Приветствую всех на наших каналах. Меня зовут Андрей, со мной Добрый Макс. Всем привет. И мы продолжаем играть в карты портала пользовательские. Да, ну и в общем-то что можно сказать, что в принципе, если вы видели предыдущую нашу серию, мы обещали вам гораздо более интересное прохождение, а именно от, скажем так, создателя этой тестовой камеры, его зовут Lucky RJ. Соответственно, мы проходили его карту, которая называлась «Элементы разрушения», «Elements of Destruction». И вы видите, что этот создатель, в общем-то... Очень любит разрушение. Да, совершенно верно. Теперь он еще добавил здесь немного листвы. Вот, но тем не менее, подход его довольно-таки интересный. Так. Угу. Так. Я так полагаю, что нам нужно здесь создать... А как это сделать, интересно? Чтобы луч проходил туда вниз. Толкай. Нужно отодвинуть. Да. Да. А, понятно. Наверное, скорее всего, нужно какой-то кубик поднять, который позволит нам... Да, вот он кубик, я его вижу. Только как туда попасть? Ага. Забавно. Ну, давай попробуем пройти туда. Столько элементов разрушения, что тут решетка. Да, решетка. Так, я вот там вижу еще одно место, куда мы можем попасть, Андрей, кстати говоря. Вот видишь, да? В той стороне, над потолком уже. А оттуда кубики вываливаются. Ага. Так, а просто так перепрыгнуть нам не получится, не удастся, да? Ну да, разумеется. Так. А, подожди. Наверх. Что мне предлагают сделать? Так, здесь наверняка где-то можно создать еще один. А, подожди. Портал. Иди сюда. А, я вижу. Угу. Так, подожди. Подожди, а как нам это сделать? Так, заходи в мой красный. Угу. Не, встань, где желтый, как не спрыгивай, или у тебя не получается. Секунду. Так, нет, не получается. Ага. Ну, в принципе, можно сделать как? Сначала забраться вот сюда наверх. Да. Сори. Так. Вот. Но и прыгнув сверху. Нет, отсюда не допрыгнешь. Ты думаешь? Ну да, скорее всего. Так. Ага. Подожди. Нужна сеть какая-то порталов, по-моему. А, подожди, попробуй вместо моего красного создать портал. Угу. Так. Ты второй портал создать там. Начало. А прыгнуть не получится, если я отсюда, например, подожди, прыгну? Подожди. Угу. А теперь вот тут вот заходи в мой красный, ты вылетишь из моего желтого, залетишь в свой голубой, либо я, неважно. Оп, все. Ты на месте, да? Да. Так, и почему-то у меня не получается. Все. Так. Я убрал портал. Угу. Сейчас нужно сделать схемку опять. Портальную. Ну, это будет довольно-таки просто. Ну, не скажи. Сейчас у нас там придется. Видишь? Каким-то особенным углом. Направь сейчас, вот сюда, направь сейчас, в мой портал. Так, а он, смотри, интересно, он же стреляет вверх, получается, да? Да. Ауч! Так, то есть нам нужно сделать так, чтобы он стрелял не под углом. Как это сделать? Так, давай-ка я попробую сначала попасть наверх. Так, а наверное можно вот сюда направить. Вот смотри, вот в мой сейчас портал попробуй направь. Если это возможно. Нет, не получается, да? Возможно. А сейчас подожди, я попробую сделать. Угу. Попал в твой портал? Да, еще чуть-чуть. Правее, Андрей. Еще правее. Все.
так? Да. И что? А, подожди, он только что, да, все нормально. Вот открыт, все нормально. Да. Так, нет. Ай, меня не забрало. Как это? Я выскочил. Все, похоже, придется перепроходить карту. Так, а подожди, может быть, все-таки что-то получится. А, нет, с другой стороны, как же? Блин, зачем я выскочил, а? И здесь мне тебе никоим образом я не создать. Я обманул карту. Разработчик минус. Да, надо будет Lockerjay отписаться. Ну ладно, давай вернемся сюда тогда, когда... когда вернемся, в общем. Да. Ну, и мы продолжаем. На этот раз я нормально забежал. Да. Так, и что же, у меня здесь есть возможность выкинуть тебе кубик. А мы, по-моему, одновременно нажали, у нас теперь... У тебя нет кубика? Нет, у меня кубика нет. Хорошо, у меня здесь есть точечка, в которую нужно попасть. Вот здесь вот. Есть поле, где нужно два кубика аж. Так, что это дает? Андрей, смотри, у меня есть здесь на время кнопочка. У меня тоже. Давай одновременно нажмем. Да, 3. Сейчас, секунду. Раз, два, три. Что нам это дает? У тебя третья кнопка. Так, вот я, в принципе, тебя вижу. Так, и... Ну, так, к сожалению, нет... Пройди. Все, у тебя получилось, да? В желтом можешь попасть? Угу. Вот. Тут у тебя тоже есть что-то такое. Здесь можно кубик положить, Андрей. Дашь мне его? Или не получится? Спустись. Спрыгни. А почему? А вот я, вот, потом, вот. Я потом не смогу кубик положить, просто-напросто. Здесь потому что... Вот. А, там есть портал, да? Да. Отлично. Ага. Так, подожди, у меня пропало поле. У меня здесь поле попадает. Какой-то отсчет идет здесь. Угу. Наверх мне не собраться. Так, я вернулся к себе. У тебя там только один кубик можно, да, ставить? Да, только один. А ты его поставил? Да, я его поставил, но почему-то он... Я вижу, что он исчез, кстати говоря. Исчез. Это странно. Здесь портала вообще нет, где ставить, кроме как у тебя. Так, сейчас я проверю кубик. Нет, кубик не исчез, кубик здесь. Он, значит, одноразово действует. Мне нужно просто два кубика. Смотри, я пока стою с этим кубиком. Он... А, нет, все, вот я его поставил. Он, видимо, стоял не совсем удачно. Так, и здесь так, есть кнопочка. У меня исчезло поле силовое. Нажми кнопочку. Я вот нажал. Странно. Да, давай еще раз на счет три. Раз. Подожди секундочку, я подойду. Так, раз, давай. Раз, два, три. Мне кажется, здесь нужно как-то по-другому действовать. А здесь нужно нажать на три кнопки, по-моему, сразу, за определенное время. Так, давай, я подготовился. Подготовился? Угу. На счет три. Раз, два, три. Все, время стекло. Так, я... у меня же порталы все пропадают. А, подожди. Вот так тебе будет удобно? Так, да, совершенно верно. И зачем ты сейчас вышел? Так мне нужно там кнопочку нажать. А на первую, которая тут? А, ну то есть ты имеешь в виду сначала на нее нажать? Да, потому что ты не вернешь. А, подожди. Так, а я потом не смогу назад попасть. А, все, ладно, да. Угу. Я просто подумал, что ты в портал мой уже запрыгнул. Нет. Давай на счет три. Угу. Раз, два, три. Ой, да еще... Так, ладно, давай заново. Я запутался. Так, давай. Подожди, как тебе будет? Может быть, тебе удобнее будет вот так вот. Раз, два, три. Так, Андрей, давай заново. Пока я тебя слушал, я немножко отошел в сторону. Окей. Давай еще раз. Раз, два, три. Не успел. Не успеваю. Так, ну давай сначала тогда на эту нажмем, а потом, соответственно, придем туда. Давай еще раз. Раз, два, три. Так. Класс. Отлично. Я как завернул, ты это сделал? Я завернул не туда. Где ты? Там. Так, давай еще раз. Так, только я, наверное, пожалуй, как-нибудь вот так вот встану. Давай. Раз, два, три.
Нет, не получается. Мне нужно находиться здесь, в этой реальности. Так, давай еще раз. Раз, два, три. Время, стекло. Почему так быстро? Потому что... Потому что это Лакер Джей, да? Что Лакер... Не, конечно, до баки ему далеко. Ну да. Но это Лакер Джей. Так, ну давай еще раз попробуем. Да-да-да. Давай еще раз попробуем. Раз, два, три. Ну, вот мне все мешает. Мешает кубик. А, знаешь... А, вот, я понял, понял. Вот смотри, сейчас, видимо, я немножко издалека могу нажимать. Да. Раз, два, три. Угу. Нет, 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 стоп, вернись, вернись. Давай еще раз. Угу. Раз, два, нажимай. Почти успел, кстати. Да. Я опять запутался, как что, обычно. Я тебе помочь уже точно не смогу. Так, давай еще раз. Если мы вспомним этот тот проклятый замок, то там тоже три кнопочки. Да-да-да-да. Раз, два, три. Так, я не достал. Ладно, ждем, подожди. Я просто чуть позже, чем ты, нажимаю, чтобы как бы у меня что-то дольше шло. Ну, понятно. Раз, два, три. Успел. Отлично, все. Кубик, возвращайся, передавай мне кубик. Так, а в чем был смысл? То есть здесь зажегся здесь луч, да? Пошел лазер, да. Угу. Так, а кубик тебе нужен, да? Да, мне очень нужен кубик. Так, его просто нужно взять. Он просто сейчас через поле не пройдет, насколько я понимаю. А ты его уничтожишь, ничего страшного, мне тогда прилетит. А, ну понятно. То есть новый просто прилетит. Да, так. Я что-то активировал. Интересно, что? Я убрал тебе поле. Там, где должен лежать кубик. Ага. Так, подожди, тут, по-моему, нужно вот там есть точка, куда еще можно запрыгнуть. Есть, есть, совершенно верно. Отойди. Нет, видишь, у меня луч проходит не так, как надо. Да, он под небольшим углом идет. А странно почему? Может быть, ты его можешь подвигать? Подожди секунду, я сейчас кое-что попробую. Так. И под углом, да? Давай еще, еще. Ты немножко не достаешь. Все. И тебе там упал кубик. Так, подожди, подожди. Я поле отключу. Так, проходи через мой кубик у тебя. Да, кубик так, у меня. Принеси мне его. Не его. Не его. Так, а зачем он тебе? Вопрос. Вопрос. Нет, мне кажется, мне нужно его опять поставить здесь, нет? Да. Так, подожди. Поставь. Забрал. Отлично. Поставь, пожалуйста. Сейчас, секунду. Так. Круто. Что произошло? Только сам не проходи туда, пожалуйста. Да-да-да. Подожди, сначала я пронесу сюда этот кубик. Теперь кинь сюда мне, поднеси тот кубик. Подожди, подожди, а ты же не сможешь сейчас. Господи, да, и поле здесь появилось опять. А как? Просто понимаешь, если ты сейчас уберешь там кубик, то у меня поле появится. Все нормально. Сейчас, подожди, только мой мозг включится нормально. Может быть, мне нужно опять так, через эту перебраться. Так, ты сейчас забирай кубик. Сейчас забирай. Так. И кидай его через портал. Только сам не заходи. Просто кинь. Секунду. Окей, сейчас. Ай-яй-яй! Сейчас я восстановлю портал. Угу. Поставь его снова обратно. Куда? А здесь не появился портал. Нет, на кнопочку. А, на кнопку? Секунду. Да. Вот, теперь возвращайся. Сейчас аккуратно отпусти его, чтобы он как-нибудь перепрыгнул. Вот, сейчас отпускай. Все. Угу. Так, один. Теперь забирай и также перекидывай туда. А, все понятно, чтобы они через поля не прошли. Все, так. Готово. Все.
Так, включилась сирена. Мне это не нравится. Обернись. О, проходим. Круто. Проходим. Так. Это еще не все. Так. Здесь опять время. Тут можно в эту дверцу якобы забежать. За это время, да? Да. Дверца закрылась. Нет? Ну тут поле силовое появилось. Так, ты портал создаешь, да? Угу. Так, здесь есть еще куча всяких мест, где можно создать порталы. Так, я вижу еще одно место, где это нужно точно сделать. Где? Так, сейчас, секунду. Ну вот наверху, видишь, вот если ты посмотришь здесь наверх, да, то вот там есть кнопочка. Все, возвращаемся, возвращаемся. Угу. Окей, я залез. Что нам дает эта кнопка? Я нажал на кнопку. Вот. Тут поле силовое пошло. Внизу. А, понятно. Так, где можно подняться, да? Встаем вот здесь. Готов? Угу. Прыгаем. Раз, два, три. Угу. Пошли. Посмотрим, что там. Так, и там где-то можно тоже создать, наверное, портал, я так подозреваю. Да, так не видно. Так, а тут что? О, тут еще что-то есть. Ну-ка. Раз, два, три. Ну, почти, почти. А тут выход, тут выход, тут выход. Тут очень опасный выход. Ладно. Так, я возвращаюсь тогда. Хорошо, поле мы включили. Окей. Только как в это поле попасть? Ай! Сори, сори. Ничего страшного. Я просто здесь заметил еще одну... А, ну так же не получится. Я наивен. Надо было тебе туда зайти. А, ты имеешь в виду вот здесь? Да. Да, я тоже наивен. Так, давай, я создаю тогда порталы, а ты заходи внутрь. Что нам это дает? Там есть кнопочка. Там есть портал. А вот за тобой как раз портал тоже, да. Угу. Ага, только я тут пройти не смогу, ты понимаешь? Ага, вижу. А, подожди, подожди, подожди секундочку, подожди. Нет, так не получится. Если я так... А, тут твой портал стоит, хорошо. Мне сейчас нужно поставить там какой? Сижу. Так, странно. Странно, странно. Все нормально, я добрался до кнопочки. Посмотри там. Так. Так, я пытался проэкспериментировать. У нас есть шарик. У нас вот, есть шарик. Я как раз за ним и хотел спрыгать. Так, на... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Так, нажми на кнопочку там. Угу. Почему? Мы ж выключили. Странно. Еще опять лезь за шариком. Нет, а он же за тобой там. А, появился. Да, появился. Ну-ка давай еще раз нажми на кнопочку, теперь я подожду подольше. Угу. Все, теперь отсчет пошел, да. Все в порядке. Все. Лежит тут. Никуда не убегает. Никуда не убегает. Смотри, мы уже знакомы. Я желтый, ты синий. У нас уже есть зеленый и оранжевый. А нет, я оранжевый, а тот желтый. Все, я не путался. Я оранжевый, тот желтый. Вот. А это голубой. Голубой шарик. Так, там нам уже наверх не нужно. Подожди, куда ты пошел? Я просто смотрю, может быть, здесь где-то можно порталы создать для... Там никаких кнопок нет наверху. Нет, смотри, мы с тобой знаешь, что должны сейчас сделать? Иди сюда, спустись назад. Сейчас, секунду, секунду, я еще немножко осмотрюсь. Может быть, здесь где-то есть еще какие-то... Так, да, есть. Сори, сори. Я думал, ты уже встал под вот эту. Заходи. Нет, не получается. Можешь, понятно. Где тут? Все, зашел. Идем. Угу. Так, встаем рядом со мной на счет три. Раз, два, три, прыжок.
Так, и нам нужно вот сюда попасть. Вот там, потому что есть наверняка какой-то портал наверху. Слушай, зачем нам вот этот вот эта штука? Так, подожди. А попробуй допрыгни до вот этой вот. Потому что если я прыгну, мы оба погибнем. Нет, Андрей, я знаю, что думаю, что, скорее всего, нам нужно вот здесь создать портал. Я знаю. И вот туда каким-то образом попасть. Нет, я просто не могу понять, для чего нам вот этот луч. Ладно, давай, на счет три. Раз, два, три. Ну почему-то еще раз. Раз, два, три. Отлично. Все. Иди вперед. Вот наверняка, да, там выход. Давай, там портал один слой. А, и можно пройти сейчас туда. Угу. Но там, наверное, скорее всего, будет закрыто. Открывай этот. Угу. Я, кажется, знаю, что нам нужно сделать. Возвращайся. Угу. Держи шарик наготове. Так. А, все понятно. Нужно забросить шарик внутрь, сейчас, да? Сейчас, подожди секунду. Подойди сюда поближе ко мне. Так, ты хочешь у меня шарик забрать, да? Угу. Да, там кнопочка для шарика. Да. Счастливчик RJ. Он мне нравится. Так, встань напротив вот этой точки. Здесь. Чтобы ты был напротив. Стоишь? Да. Нормально. Проходи дальше. Так, а у меня же там мой портал до сих пор стоит, кстати говоря. А, господи, тогда что? Да, так что можно вернуть. Заходи в свой желтый. А, в желтый. В мой желтый, да. Угу. Создавай свой темно-синий. Да. Пошли. Круто. Ага. Ну, здесь нет, логично, да? Здесь. Так. Вот тут. Проходим. Угу. Так, и такая подсказочка, да? Так, и что же выход? Еще один выход. Отлично, разборочная камера. Ну что же, однозначно 5 баллов. Да, 5 баллов. Молодец, Lucky RJ. Я так думаю, что сейчас мы закончим серию и уже в следующей серии все, попробуем пройти следующую камеру от этого автора. Давай зайдем в тестовые камеры, чтобы мы могли лайкнуть. Так, а я уже... Разборочно. Так, а я уже, у меня лайк я поставил. Ты уже. У меня почему-то лайк не ставится. Ну ладно. Вот. Давай, ну что ж, да, напоминаю, что с вами был Андрей. Я тебя почему-то все равно не вижу. Ты у меня где-то сбоку. Потому что я действительно в камеру не зашел, в разборочную. Вот, да, добрый Макс, всем пока, увидимся в следующей камере.